Мы наконец-то полиняли. Шкурка была длинной, но на ней не было головы. То есть вот один конец оборванный. Вот второй скомканный. Голову я нигде не нашла и боялась, что очки у него остались. Но, к счастью, я их потом отыскала в другом месте. Видно место для глазок, дырочки. Будем надеяться, что кончик полинял. Иначе придется его отмачивать.